Что про себя думают экстремалы, падая с разной высоты, не знает никто. Но теперь падение венсполских экстремалов будет не таким болезненным, благодаря суперподушке, которую приобрел город. На языке спортсменов она называется «аэрбэг». Установка нового приспособления прошла в праздничной атмосфере. Единственный в Латвии аэрбэг вызвал большой интерес со стороны любителей экстремальных видов спорта, особенно сноубордистов. Ой,